Хочу узнать, что у них в подвале. Очуметь. Новое пространство. Это мы сломали уровень. Если успеете поставить лайк за 3 секунды, мы узнаем все секреты клоунов. Всем привет, с вами я, Игрок Эдор, и я с вами продолжаю играть в Братьев Клоунов. Сегодня нам предстоит забраться в подвал этих клоунов. Нужно узнать, что же у них там таится. Чтобы пробраться в этот подвал, нам нужно остерегаться их. О, иди сюда! Ну что, мальчуган, ты хочешь быть нашим другом? Пожалуйста, будь! Ё-моё, как? О, подвальчик хочешь забраться? Ну-ка, иди сюда, мы тебя не дадим. И это очень секретное место. Туда только мы можем заходить. Что? Вы издеваетесь, слышите, братья-клоуны? Вы давайте остепенитесь. Я захожу в дом, и нам нужно найти ключ по-любому. Даже, возможно, 2 ключика, чтобы хоть как-то... Держи! Выжить в этом доме, очуметь. А вы знали, что они тут хранят? Они тут где-то держат моего друга, моего соседа. Очуметь, просто очумели. Так, ну-ка, пришел сюда. Потеряли мы его. Так, отлично, капканчик. Наконец-то я капкан добыл. Теперь с капканчиком будет легче. И держи, на тебе по башке. Оу, ты что сделал? Держи еще капкан, вот так вот. Хопа, вот она дверь. Этот желтый замок. За этой дверью что-то есть. А ну-ка, а где нам добыть мне ключик теперь? Вы издеваетесь, что ли? Кажется, они спрятали этот ключик. Мы возьмем вот этот огнетушитель. Здорово, чувак! Что? Оу! Что происходит? Как бы я тебя не могу поймать? Что ты натворил? Я Пеннивайз! Твою дивизию, действительно, он Пеннивайз! Надо быть осторожным! Очуметь! Ну ладно, заберемся наверх. Еще одна дверь с зеленым замком. Куда же они спрятали ключики? Смотрите, что я сделаю. Постараюсь сделать баг. Ё-моё, смотрите. О-хо-хо-хо. Я сделал баг. Я нахожусь на крыше этих клоунов. А, вот это да. Так подождите, мы можем обмануть этих клоунов. Они думали самые умные, что сделали такие вот классные, крутые, типа, замки поставили. Фигушки там. Я забрался сюда. Очуметь. Через баг у нас есть ключ, уже желтый. Мы теперь спокойненько можем открывать ту дверь. Знаете, как мы это сделаем? Хопа. Перебрались на изи. О каком подвале шла речь? Открывай. Подвал? Ничего себе! Это новый подвал клоунов. Что они тут хранят? Очуметь! Я хочу узнать! Нам нужно узнать, забрать какую-то книжку с экспериментами, которые они проводили. Так, ладно. Успокойся, клоун! А? Где он? Все, он успокоился. Он хотел поймать меня. Не тут-то было. Уху! А! В смысле? Ладно, я приду подготовленным. Я возьму капканчик у себя дома. А ну-ка, клоунята, здравствуйте. Вы мои соседи. Да-да-да, я знаю. Можете не представляться. Но я хочу пробраться через баг в эту комнату. А знаете, как это сделать? Я вам сейчас покажу. Мы просто взяли капкан. Один капкан. И должны его использовать против этих же клоунов. Как это сделать? Смотрите как. Мы берем... Вот в эту комнату надо зайти, видите? Ой-ой-ой. Смотри, 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 смотри. Смотри. Хупа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капкан, забери. Не могу забрать. Окружили! Смотрите. Этот клоун на меня бежит. Эй, иди сюда! Ты что собрался делать? Мы тебя поймаем. Ну-ка. Держи! Дверь открой! Твою дивизию, дверь не открывает. Ладно, вот так вот. Блин, я капкан поставил! Я пробрался в эту комнату. Через баг. Эта дверь открыл мне, получается, клоун. Мы заходим сюда, забираем ключ. Ключ должен быть где-то тут. Эта дверь закрыта? Чего? Куда мне забраться-то? Опа. Смотрю, что у нас тут. Капкан просто. Что? А где ключ? Они где-то спрятали его? Неужто ли они спрятали? Эта дверь не открывается. А тут у нас ничего нет. А, ключ вот он. Ё-моё. Ну зачем так пугать-то, а?
Теперь мне нужно выбраться! Только как выбраться отсюда? Вот это сложный вопрос, потому что все окна закрыты. Очуметь! Вместе со мной выйдешь сейчас, и я тебя буду провожать. И потом дам тебе шарик один. Любишь шарики? Друзья, вы любите шарики? Напишите комментарии. О, твои подписчики любят, скорее всего. Потому что я знаю их, их желания. И я буду питаться им страхом. Оп, проходи. Теперь ты можешь пройти любую секунду. Ё-моё, действительно. Я прошел через бак. То есть... Эти соседи, они могут проходить через эти замки, а я прошел вместе с ним. Супер! Хочу узнать, что у них в подвале. Очуметь! Новое пространство! Новые комнаты! О, вот этот ключ, смотрите, зеленый. Нам уже он не нужен. И нужно открыть вот эту дверь. Очуметь! Но подождите, что-то я чую, что тут есть продолжение. Сюда зайти мы не можем. Там еще какие-то комнаты! Как туда нам пробраться? Ладно, наверное, на следующем уровне. Мы забрались сюда, книжку забираем. Очуметь, тут они какие-то эксперименты делают. Все понятно. Эти клоуны непростые, ребята. Мы забрали книжку, уровень должен пройтись. Но что-то я чую не то. Уху, валим. Я забрал эту книжку с экспериментами. Теперь я знаю, что они хотят вытворить в своем огромном особняке. Эти клоуны, братья, они непростые. Они где-то взяли деньги, чтобы построить такой еще особняк. Очуметь, надо подумать, где же так заработать, да? Как вы думаете, где они заработали? Я принес эту книгу домой, но ничего не происходит. Подождите, нужно подумать. Ну что? Ну ты не можешь вернуться домой? Да, он не может вернуться домой. Он забрал нашу книжку и не может пройти уровень. Это мы сломали уровень! Чего? Да я же книжку добыл! Почему я не могу вернуться домой и пройти этот уровень? Что за бред? Кажется, этот уровень сломан. Я не знаю, что делать, но... Если мы сделаем так, как вы думаете? Посмотрим, что же вообще интересно? Какой уровень? Где мы остановились? На четвертом. Пятый уровень мы открыть не можем. Ой, еще разговаривают эти дурацкие вонючки. Мы можем переключить на русский. Возможно, сейчас мы поймем, что нам нужно сделать. Иди сюда. Ёшкин Колокошкин. Отвянь от меня, пожалуйста. Они же будут бегать за мной, знаете, да? Типа, им не важно вообще. Я дома, не дома. Пошел вон, это мой дом. Совсем сдурел, что ли? Как он может заходить ко мне домой? Ни стыда, ни совести. Вот я ж понимаю, конечно... Отчаянные злые соседи. Мы заберем коробочку. Как я понял, уровень сломался. Но нужно запроходить заново. Ага, понятно. Поймал тебя. Да ёшкин кот. Сегодня не удался у нас день, кажется, с этими соседями-клоунами. Что он делает? Он эликсир какой-то делает. Кажется, они какой-то эксперимент тут мутят, да? Как вы думаете, какие они эксперименты тут проводят? Какая-то ядерная бомба. Что это все значит? Друзьяшки, давайте я оставлю все это на следующий ролик. Поэтому, друзья, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Какой клоун вам больше всего нравится, пишите комментарии. Все, всем удачи, всем добра, всем спасибо, всего хорошего, делайте добро. Не делайте зла, будьте, наверное, спасибо. Всем пока-пока-пока.